Мужик, ты что делаешь? Видишь, асфальт собираю. Это же рублевка. Я вижу. Барвиха. Асфальт. Все для них. Это целый сборик. Черные икры, можно сказать. Эта дорога стоит 3 миллиарда долларов. А нам достаются крошки. Мы тут приходится самим все делать, потому что все для богатых, а для простого народа народ сам выживает как может. Колесо. Видишь, это настоящий каток. Сзади идет конкурент, идет сзади. Сзади конкурент. Да. Видишь, как приходится народу справляться самим. Мы-то как считаете, когда народ хоть жить станет нормально? На Руси. На Руси. А то все для богатых, а для простых людей нету. Дорожные работы всегда пыльные. Давай я там дальше приумну. Прокатаю. Прокатаю. Как говорится, крошки с барского стола и людям помощь, да, подмогу. Вот так прям. Асфальтоукладчики. Крошка асфальтоукладчики. Как говорится, с барского стола, знаешь, упала, а нам все в помощь, да, людям ходить, ездить теперь. Да. Вот так вот по чуть-чуть, да? Да. Нам же много не надо, да? Нам не надо, да. Нам чужого не надо, нам вашего хватит. Да. Вот и дорожка получилась. А вон дорога какая, да, у них? И у нас теперь дорога. Да. Спасибо, что они делают себе дорогу, и нам на дорожку хватает немного. Спасибо, партия, тебе за то, что дым идет в трубе. И то, что ветер в голове. Вот. Непонятно, что куда идти. Есть какая техника, катки настоящие. Да. А смотри, как ты хорошо укатал-то. Да, я же тебе говорю, я же профессиональный теперь этот асфальтоукладчик. Да, да. Меня можно приглашать на мероприятие мирового масштаба. Да. Я буду первый, как говорится, кошку запускаю в дом, а я буду на дорогу, меня первого надо. Да, и на машине на такой, да, большой Каен. Я даже готов покраситься в оранжевый цвет. О, какой асфальт. А это наша рублевочка. Все будет нормально. Смотри, как хорошо все сделано. Вот дорога. Главное, это дорога. Дорога жизни. Да. Рублево-Успенское шоссе. Это маленькое продолжение его. Такой дублерчик. Дублерчик. Да, тут должен микропутин ездить такой. Да, на велосипеде. На маленьком бронированном велосипедике. Точно.